Рыбакам боевая готовность. В Машковском парке впервые прошел турнир по ловле форели. С утра участники приехали на озеро, чтобы испытать свою удачу. Как прошли соревнования, расскажет Анастасия Кладинова. С 7 утра рыбаки готовились к турниру. Участники снарядились удочками, крючками, наживкой и сачками. Рыбалка длилась 4 часа. В озеро для соревнований выпустили около 300 килограммов форели. По окончанию турнира рыбакам приятный бонус. Есть определенный регламент. Соответственно, одна активная снасть, одна пассивная снасть. Количество пойманной рыбы, у нас полный безлимит. По окончании турнира все рыбаки забирают рыбу с собой. В турнире участвовали рыбаки из Подмосковья и Москвы. Среди конкурсантов – женщины и дети. У каждого участника свой подход к ловле. Однако форель, по словам рыбаков, хитрая, и поймать ее не так-то просто. Это самое интересное, то, что можно испытать под адреналин. С форелью так не пойдет. Она очень хитрая, и очень сложно подобрать приманки какие-нибудь, где там супер какая-то хитрость и так далее. У меня две рыбки. Но для меня это достаточно. Хотелось бы больше, но две сойдет. Такие турниры планируют сделать ежегодными. За лидерство боролись 60 участников. Те, кто вошел в первую десятку, получили подарочные сертификаты на бесплатную рыбалку и подарки. А участников, вошедших в тройку лидеров, наградили денежными сертификатами. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.